Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Ideal. Данная камера предназначена для установки на автомобиль Toyota Corolla. Поставляется вот такой вот коробочке фирменной камера. Давайте будем рассматривать, что у нас входит в комплект. Здесь у нас сама камера. Камера идет пластиковая, точно так же, как и сверху плафончик. Плафончик нужен для того, чтобы вставить фонарь для подсветки номерного знака автомобиля. Вот так это все выглядит. Камера надежно заклеена, герметично заклеена. Пылевлагозащищенная, класс защиты IP68. Угол обзора камеры 170 градусов. Подключается к 12 вольтам все. 480 ТВ-линии используются в камере, и также разрешение 656 на 492 пикселя, потому что есть система EPAL и NTSC. Вот такая вот камера подключается с помощью вот такого вот кабеля питания через черненький разъем. Кабель питания обычно при установке задней камеры подключается к фонарю заднего хода. Так, и также есть разъем для вывода изображения. Также для этих целей есть удлинитель видеосигнала 5-метровый. Так все выглядит. Также есть двухсторонний скотч для монтажа. Сейчас мы нашу камеру подключим. Будем подключать к монитору 5-дюймовому, вот такому вот. Заранее у нас подготовлен кабель питания. В принципе, по подключению ничего сложного нету. Кабель питания подключить и кабель видеосигнала подключить к монитору. Вот изображение, то есть ее довольно-таки все четко видно, что позволит даже более массивные какие-то подключить мониторы, то есть больше дюймов там, где и будет нормально показываться без потери качества. В принципе, большое разрешение позволит все детали заметить, то есть при езде назад. Также для помощи парковки здесь есть парковочная разметка, с помощью которой можно будет запарковаться в любом, даже очень сложном месте. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.